Баба Зина, наверное, слишком любила, ради близких своих забывала себя, словно свечка во тьме, от заботы светилась и обиды прощала, без злобы любя. А когда ослабевшее старое тело перестало служить, стало только мешать, ее дети отправили в дом престарелых и оставили там со Христом доживать. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. У Анюты-сиротки потрепаны нотки, робок взгляд и не очень приличен наряд, потому так неловко Анюте-сиротке находиться среди разодетых ребят. Как прижмется она поздно вечером к маме, и приют, и ответ своим слезкам найдет, и заснет под рассказы о ласковом папе, о котором мечтает, которого ждет. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. У Ивана денек начинается рано, Ваня пашет, как вол, от зари до темна, но довольна Иван, одна только мама, а среди недовольных всех злее жена. Уж она его пилит, она его точит за зарплату, за веру, за скромность и прочь. А он любит ее и расстаться не хочет, а еще очень любит сынишку и дочь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. У профессора немца было доброе сердце, он на службе своей счет доходом не вел, помогая больному голодному детству. Добрый доктор растратил имение свое, отдал дачу и сад, экипаж и квартиру, оставшись без средств, не раскаялся в том. Беспризорнику, словно любимому сыну, поздней осенью отдал свой шарф и пальто. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. С чистым взглядом на мир вырос мальчик Алеша, никого не судил, никогда не роптал, потому был в священнике рукоположен и очень хорошим священником стал. Чистоту и наивность ему не простили в день распятия Христа, когда вечер был лих. Злые люди его прямо в церкви убили, а он, погибая, молился за них. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Спасибо вам за внимание. Спасибо, дорогие воронежцы.